Так, 232 серия, 24 день пути, Магадан. Это вторая знаковая точка. Первая была, как я уже говорил ранее, это Мурманск и Полярный круг. Следующая, третья знаковая точка, это Владивосток. Возвращаться буду по трассе Р-504 Колыма, заеду в Якутск, круг небольшой сделаю по городу и в сторону Владивостока. На пути будет две переправы Алдан и Лена, заснял на видео, посмотрите. Так, в Магадане немножко покатался по городу, насколько это возможно было. Попробовал заснять Охотское море, залив Охотского моря. Заснял достопримечательность Магадана. Это скульптура мамонта, сделанная из запасных частей. Талантливая работа. Вот пока, по-моему, все. В общем, 232 серия, смотрите. Ну, а 233 серия, это уже будет, ну, ладно, трасса Р-504 Колыма. Магадан. Через 300 метров поверните направо. Вот она манера езды в Магадане.
повезешь ты мне куда-то, подруга, хрен не знает куда. Заказал, туда везу. Ладно. На город. Смотрим. Это окраина города. Наверное, говоря, в центр лезть не хочется. Опа-ля. Вот здесь, наверное, я попробую развернуться, может легко проехать мой океан. Блин, ну как же тут тебя? Thank you.
гостиница «Океан». Ну вот уже более-менее что-то понятно. Поворачивал я налево, так как-то.
Так, потом надо будет заехать в гостиницу, забрать одежду, которую отдавал прачечной. И стартовая. Thank you.
пойду я сфотографирую на фоне, как я она идет дальше. Режим записи. Так. На смотровую площадку никак не могу найти такую, чтобы без кустов была. Вот памятник мамонту. Сейчас я плохо видно. С другой стороны объехать. Ладно, попробую. А с другой стороны. Сейчас сниму мамонта сделанного из всяких отходов, по-моему, металла, из кусков. Вот он, так называемый мамонт ржавый. Ну а там вот за кустами уже океан. Зачем эти кусты посадили, блин, я не понимаю. Сейчас пойду спрошу у мужика, может он тут подскажет. Что вроде бы там дальше есть съезд за этим, откуда я заезжал уже на площадку. Может вот за этими ехать, которые лодки будут спускать на воду. Здесь я был. Вот, они две повернули налево, и я за ними.
сначала сюда заедем. Вот она панорамка. Так, тут не очень. Спускают на воду. Пиролодки. Кто там плавает? Это чайки, что ли, такие жирные? Как гуси. Так, между машинами почувствовался, посмотрел. Сделаю, наверное, фото.
быстренько сделаю. Есть вот такой, ну теперь наверх.
Вот опять гостиница. Так, маршрут построен. По мере движения Магадану буду менять немножко направление движения, чтобы, насколько это возможно, посмотреть. Вот я побывал в Магадане. Вот океан. Сегодня немножко уже крутился. Что-то снял фотографии. Видео, насколько это возможно. Манера движения в Магадане, я думаю, что сильно отличается от других городов. Ну, люди знают дорогу. Дорога, город, как и Мурманск, тоже на холмах, спуск, подъем. Маршрут, чтобы посмотреть город. Маршрут перестроен. Вчера был один вид, наверное, сегодня будет, может быть, другой. Нервов по навигатора. Империя золота. Магазин слева. Через 300 метров на светофоре поверните налево. Ладно, послушаюсь. Через раз буду менять направление, чтобы как-то город посмотреть. Хоть немножко заснять. Не какая-то экскурсия по городу, а
такая вот хаотичная поездка по улицам. Городской парк. Специально изменил маршрут на сход. Это бизнес. Маршрут перестроен. Поверните налево, а затем поверните налево. Налево поворачивать не буду. Я проеду немного по-другому. Церковь, золотые купола. Маршрут перестроен. Поверните налево. А я поеду прямо. Смотрите, какие дороги, улицы. Поверну-ка направо. Маршрут перестроен. Через 300 метров на светофоре поверните направо. Да, поеду прямо.
сегодня вроде воскресенье, может быть, поэтому движение не очень интенсивное. Доездился. Доездился пока сам. Ну, не зная города, что еще можно пожелать. Сам того не желая, покинул Магадан и ехал против рекомендаций навигатора. Мне так кажется. Ну, вчера проехал по, как мне кажется, главной улице.
успел еще немного по городу покрутиться. Через 300 метров крутой поворот направо, а затем поверните налево. Еще раз объезд посмотрим. Маршрут перестроен. Через 300 метров поверните направо, а затем поверните налево. Листами, но холодно. Север плюс открытое место, океан. Магазин какой-нибудь заехать.
ходил на местный рынок. Там все, там и сельскохозяйственная продукция, и другая, там и одежда, все. Цены. То, что видел, в полтора раза дороже, чем в Москве. Икра. Цена такая же. Единственное отличие — это то, что все свежее. Взял рыбку попробовать тоже. И селедку, потом красная рыба для эксперимента. Да, констатирую, что рыба и икра тут свежая. Цены не то, что такие, как морские, но такие же одинаковые, господи, на икру, на морепродукты. Если во времена Советского Союза можно было как-то приобрести что-то тут то, что не было в других городах, то сейчас все абсолютно одинаковое. Через 300 метров на светофоре поверните налево. Ладно, послушаюсь теперь я тебя. Ну так делать. Ага, ограничение 40. Еще раз скажу, что город такой же, такой же особенность, как и Мурманск. Холмы, горы, спуск, подъем. Манера движения тоже своеобразная, тут немного отличается от Мурманской, потому что тут в основном праворульные автомобили. У них своя особенность вождения. В том Магадан и Мурманск, что в Мурманске леворульные, в Магадане праворульные. Обгоняет почти впритык, блин. Чуть зеркала не сшибает. Вообще, вот нужно сказать, что практически во всех городах есть такой тип водителей. Видит, что номера другого региона, и вот показать как бы свою удаль. Там что-то еще. Это присуще и Магадану. Через 300 метров круговое движение. Первый съезд. Телеканалы практически такие же, как и в Москве.
с одной лишь разницей. Тут, по-моему, на два канала даже больше. Здание, ну, есть старые постройки, симпатичные. Вот. Ну, новые постройки, они на окраине, а вот старые, они в центре города. За правым рулем морду высовывают свою и вот только напрягают. Прямой проспект, как он называется? Не вижу. Не вижу названия. Так-то в основном, мне кажется, правила соблюдаются, только скоростной режим у некоторых. А есть такие же мажорики, как и в Москве. Город не суетливый. Не особо суетливый. Я бы не сказал, что он суетливый. Спокойный, размеренный. Заправляться буду, наверное, за городом.
это за магазин? Диверсант. Работает или еще нет? Пойду схожу, посмотрю. В таких магазинах я предпочитаю не покупать. Не националист. Доверия нет. Ладно. Крымский Арбат, магазин. Цены стали еще ниже. Вот вытащил пол морды, куда ты, блядь? Так, а тут что у нас? С каким чувством покидаю Магадан? Ну, наверное, безразличие, что ли. Особого сожаления нет. Вот как город.
Балвин. Их полно во всех городах. Покидаю Магадан, Стелла, оленей не увидел нифига.